Всем привет, друзья! С вами Оля. Спасибо, что заглянули на мой канал. На своем канале я рассказываю о своем хобби, о вязании, еще немножко о других разных своих увлечениях, а также я рассказываю о нашей жизни в Швеции и в Латвии. Сама я родом из Латвии, но по семейным обстоятельствам так получается, что много времени я провожу в Швеции, в Северной Швеции. И сегодня я как раз снимаю из Швеции. Посмотрите, какая вокруг меня красота и зима. Сейчас я вам попробую показать. Наверное, камера плохо показывает, но вокруг меня все белым-бело. Вокруг лежит девственно чистый белый снег. Даже на дорогах, где едут машины, он все равно белый. Вот я иду, и под ногами так хрустит снежок. В общем, друзья, так получилось, что в Швецию мы из Латвии вернулись под самый Новый год. И Новый год мы встречали уже здесь, в Швеции. И когда мы сюда приехали, нас встречала здесь просто настоящая сказка. Небольшой морозик. Но главное, какая красота. Выпало много чистого белого снега. Все вокруг покрыто белым чистым снежком. Ну, я в таком восторге, что у меня просто не хватает слов, чтобы все это описать. Стоит тихая, безветренная погода. Ночью было минус 20, сейчас днем минус 8. В общем, короче говоря, север Швеции встретил нас настоящей новогодней, зимней, снежной сказкой. А к чему я все это говорю? В этом видео я хочу вам показать то, что я снимала во время нашей поездки из дома сюда, в Швецию. Поездка была, с одной стороны, довольно легкая. Ехали мы быстро, по времени все у нас складывалось по плану, как мы и хотели, но с другой стороны дорога была довольно тяжелой, потому что когда мы выехали из Риги, началась снежная метель, и видимость на дороге, особенно пока мы ехали по территории Эстонии, видимость была очень плохой. Ехали мы уже в темное время суток. Дороги было совсем не видно. Я постараюсь показать вам это на своих фотографиях и видео, если там что-то можно будет разглядеть. Ну и просто поделюсь с вами своими впечатлениями, эмоциями от этой поездки, потому что эти длинные поездки, они хоть и стали для нас уже частыми и обыденными, но все равно в каждой новой поездке видишь что-то новое, получаешь какие-то новые, другие впечатления, эмоции, узнаешь каждый раз что-то новенькое в дороге. Ну и вот, это наше такое маленькое, можно сказать, техническое путешествие. Которым я хочу с вами поделиться. И
Интересный факт, что когда мы приехали в конце октября в Ригу, мы как будто бы привезли с собой зиму. С 1 декабря в Риге, что очень несвойственно последние годы для рижской погоды, началась настоящая зима, выпало много красивого снега, было очень красиво. Я об этом уже рассказывала в своих других видео. И когда мы уехали перед Новым годом, в Латвии как раз началась оттепель. Мы как будто уехали и забрали с собой зимушку-зиму на север Швеции. Вот такие интересные совпадения с нами случились в этот раз. Ну все, я больше не буду отнимать время своей болтовнёй. Просто хочу показать вам то, что я поснимала в дороге, и поделиться с вами этими интересными кадрами. Возможно, вы тоже когда-нибудь совершите такое путешествие, и мое видео окажется вам полезным. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, в комментариях пишите, спрашивайте. Я постараюсь вам ответить, если вам нужна какая-то полезная информация о нашей дороге. Возможно, я смогу дать вам какие-то важные, полезные советы. А возможно, вы уже сами путешествовали по этому пути и просто еще раз посмотрите на уже знакомые вам виды. Ну, в любом случае, желаю вам приятного просмотра. А также хочу всех своих зрителей поздравить уже с наступившим новым 2022 годом и пожелать вам хорошего, счастливого, спокойного, уютного года. Всего вам самого-самого наилучшего!